Смотрите на «Беларусь-4» Могилев. В новом выпуске программы «Днями». Более подробно следствие будет информировать общественность о ходе расследования данных уголовных дел после проведения ряда экспертных исследований. После гибели детей в Могилеве прокуроры проверяют все недострои и ветхое жилье. Промышленность, частный бизнес, крупные предприятия, они действительно показывают темпы роста. Продукция могилевской промышленности пользуется спросом. В этом году ее выпустили и продали больше. Новый модельный ряд лифтов, он уже будет соответствовать новому техническому уровню. Программа по замене лифтов. Каждый третий лифт отработал свой срок. Да, людей очень много с добрым сердцем, и люди с удовольствием приходят к нашим детям. Всемирный день доброты в Могилевском доме ребенка. 110 сосен и концерт. Любите жизнь, и в ноябре тоже. Первые елки, распродажи, прогулки, вкусная и культурная жизнь. Хэштег «Радости ноября». Смотрите программу «Днями» в пятницу на телеканале «Беларусь-4 Могилев» в 19:40.